Всем здорово. Захожу домой и вот такое вот вижу. Это у нас, товарищи, самогонный аппарат. Сейчас мы будем гнать самогон. Аппарат у нас самодельный. Сейчас я расскажу маленько про него. Потом, наверное, будем делать такое же. Снимем подробное видео. Так, куб у нас 40 литров. Фляга обычная, алюминиевая. Дальше видим мультиметр. Термопара, температура, выходит гофротрубка, нержавейка, дальше сухопарник, один, гофротрубка, дальше, тут водяная рубашка, и с водяной рубашки пошло уже вниз, вниз у нас уже выходит трубка, это уже собираем мы самогон. Тут у нас две трубы на рубашке, вот это вот подача, вот это подача. Нижняя, это обратка. Так, дальше. Она у нас автономная, автоматическая и еще и мобильная. Смотрим, у нас тут сзади. Это терморегулятор для одного тена. Тут у нас второй тен. Один у нас там внизу, другой вот внутри. Вот соединение. То есть два тена. Один нагревает, а второй поддерживает. По охлаждению у нас тут циркуляционная система, вода, аквариумная помпа на 3 ватта, и она, в принципе, прокачивает с нормальной скоростью. Сюда заливаем воду, кидаем хладагент, можно лед, и в принципе нормально справляется. Сейчас откроем, перед запуском уже залито все. Здесь у меня залил. Так, вилка. Вот сюда подкладываем. Именно вот сюда, под низ. Чтобы крышка придавилась лучше. И видим, там у нас уже залито. Там обычная яблочная брага. Ничего особенного. Также у нас она вся укутана. Укутана. Ну так, не сильно. Ну, помогает, очень сильно поддерживает температуру. Так, ну что, будем запускать. Сейчас удлинитель достанем. Вот он, есть удлинитель. Банка. Головы собираем. Два тена. Вот один тен. Включаем. Включаем один тен. Это у нас пошел нагрев внутри. Это нагрев снаружи. Все. Ждем закипания, как закапает. Ну, я думаю, как закапает, снимать бесполезно, все знают. Циркуляцию потом включим. А в следующем видео уже от начала до конца, от фильтрации и до дистилляции, наверное, покажу. И вам спасибо за просмотр, пока-пока.